смотровом кабинете Абдул-Азизов, полагая, что ему продолжает угрожать опасность, нанес не менее 3 ударов руками в область головы и тела заведующей приемным отделением Владимирской больницы скорой помощи и с силой сжал ей руку. Успокоить Абдул-Азизова смогли вбежавшие в кабинет полицейский и врач скорой. У сотрудника БСП диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, травмы грудной клетки, повреждения суставов руки, многочисленные ссадины и ушибы в области головы. 41-летняя пострадавшая длительное время находилась на стационарном и амбулаторном лечении. В ходе следствия и в суде Абдул-Азизов признал вину в содеянном и раскаялся. Однако утверждал, что якобы не отдавал отчета своим действиям, когда бил женщину. И следствие доказало, что действия его были умышленные. И суд счел эти доказательства достаточными, чтобы его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса, причинение вреда средней тяжести здоровью осужденному, назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей врача скорой медицинской помощи в размере 100 000 рублей.